Армения твердо поддерживает позицию России по сирийскому вопросу. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил президент республики Серж Саргсян. Он находится в Москве с визитом. Одной из главных тем переговоров стало обеспечение безопасности и противодействие терроризму. Вы в этом году возглавляете ОДКБ, и очень рассчитываю, что удастся поговорить с вами как с председателем этой международной организации, потому что именно она отвечает за вопросы безопасности, за борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, за то, чтобы на наших границах было все спокойно. Нас, конечно, беспокоит ситуация с определенной зоной ответственности ОДКБ региона. Мы твердо поддерживаем позицию России по сирийскому вопросу. И, конечно, мы приветствуем ту договоренность, которую достигли Соединенными Штатами по прекращению боевых действий. Это может стать ключом к решению, политическому решению этого вопроса. Сегодня же Путин встретился со своим сербским коллегой. Томислав Николич поблагодарил за поддержку, которую Москва оказала Белграду на прошлогоднем заседании Совета Безопасности ООН. Россия тогда наложила вето на резолюцию ООН о признании трагических событий в Сребренице геноцидом.